Друзья, хочу поделиться тем, какая у нас есть схема мошенничества в Молдове. На три девятки дал объявление. Вот типок пишет. Мы смотрим, зовут его Женька, контактов никаких нет. Хрен пойми что, да? Написал, хочет купить колонку, там я продаю. И присылает ссылку якобы на курьера Почты Молдове, да? Проходим по ссылке, смотрим, что это такое. То есть домен здесь курьер-order.online. Вот уже поискали, где домен находится. Через Cloudflare подключен. Porkban LLC типа, но это не их, я уже пробил. И по факту в Штатах находится. Какие данные он хочет? Вот типа он ввел свои данные, просит от меня, куда встретить курьера. Нажимаем Continue. Да, типа примить с бани пикард, да, чтобы он рассчитался за приобретение якобы. Он хочет получить от нас номер карты, волабилитать ее и CVV номер, ну и данные с карты, имя и фамилию человека. То есть для получения денег эти данные вообще давать никому нельзя. Далее, если также для удобства, как он тут нам пишет, вот можно в случае, допустим, сделать через банк онлайн, подключить вообще супер-пупер. Вот, банк онлайн, посмотрите, чувак подключил все банки сюда, Молдинком банк, вот я попробовал ввести какие-то там левые данные, да, работает, вот код смс типа должен прийти якобы, вот, HTTPS информации, там идет подтверждение, вот якобы какой-то код смс типа я ввожу, вот, ну и ему идет, да, вот этот самый, эти данные переходят к нему. Также вот он может собирать все данные с, у кого Виктория банк, да, допустим, вот здесь мы можем попробовать что-то сделать, там напишем вот пароль какой-то там, ну вот сложный он у нас вот такой. Вот, да, опять же, код смс, push unique. Вот, вот такой вот сайтик. Везде написано Почта Молдове, но при переходе это policy с Google.com почему-то. Вот даже типа техподдержка якобы тут есть. Вот здесь Почта Молдове. Оферта Сигура называется. Ну, допустим, ведем вот мы код SMS, утилизатор, но фост гасит, да, HTTPS информации и нотификари, да, и в этот момент, когда он получает от нас данные на вход через этот банк, да, он сам заходит к нам в онлайн-банкинг и делает себе, видимо, какие-то оплаты, переводы, этот самый. Поэтому будьте внимательны, не попадайтесь. Почта Молдовии – это не сайт Почты Молдовии, да. Они могут быть в конце не обязательно там онлайн. Это может быть разные домены, доменов миллион есть всяких. Поэтому будьте внимательны и не попадайтесь на таких аферистов.